И вот оно наступило. Время умеренного потребления и разумной траты денег. Время поиска новых направлений деятельности и организации производства. Время, когда мы поняли, что иллюзорное лучшее – враг надежного хорошего. Кстати, в некотором роде нам повезло больше других. У нас есть средства массовой информации, не обремененные вылизыванием и зализыванием непонятной светлой идеи. И эти средства эффективнее журналов и радио в разы. Тут воля ваша выбирать – детско-хозяйский ТНТ, развлекательный СТС, промышленный ТВИН, либо взрослую звезду, либо круглосуточный городской кабельный канал Маганфо ТВ. Главное – это то, что все эти студии познавательными сюжетами могут принести в 100 раз больше пользы, чем рекламные ролики, причем за меньшие деньги. Это я сейчас для вас разжевал преимущество работы с творческими коллективами магнитогорских телекомпаний. Реально, каждый из них работает всего 2-3 специалиста достойного уровня. Отпочковавшиеся в свое время от харизмы Магнитогорской студии телевидения, единственной и достойной школы журналистики и операторского искусства. К чему все это? Да к тому, что фирма SLM – это тоже харизма. Ну скажите, кто имя свое сохранил с момента появления первых компьютеров, первых матричных принтеров, а? Никто. Да, процесс болезненный, процесс отпочкования специалистов был. Но они вернулись, и теперь места стало мало. И теперь, естественно, принтеров, факсов, компьютеров стало больше на 10 порядков. Но в силах SLM грамотно и быстро справиться с любой, подчеркиваю, любой задачей. Конечно, кулибиных и левшей доморощенных никто не отменял. Но любые умелые ручки умелыми становятся только благодаря опыту. И если ваш кулибин, ну, смог в конце концов нарыть заправочное отверстие картриджа струйного принтера и довольный такой притащил чернила, то, и не дай бог, естественно, вы не застрахованы от фонтана, в раз угваздавшего стены и потолок вашего офиса, с евроремонтом, взятого, естественно, в аренду. Оно вам, это приключение, необходимо? Конечно, все в жизни надо попробовать, а потом действовать наверняка. Обратиться в SLM, тем более, что эта фирма с гордостью представляет вам реализацию нового сервиса. Грамотное развитие бизнеса в посткризисное и кризисное время, извините, приходится мне это говорить, хотя я вот всю свою творческую деятельность с 2008 года я старался это слово не употреблять. Чтобы вас не пугать, а то скажут, что Чилекин про кризис говорит, тогда все, труба. Ну нет, не труба. Кредиты отдаем со скрипом и с трудом, но отдаем. Бизнес также развиваем. Ну смотрите, да, кабельное телевидение, ну и телеканал «Звезда». Телеканал «Звезда» сейчас вообще в популярности, ну так, дышит очень ровно и легко. Да, и практически лидирует в городе Магнитогорске. Потому что не разменивается на местечковые дела, а это серьезные вещи. Областное телевидение все-таки как-никак. Серьезные вещи от компании SLM. Это развитие бизнеса. И вот здесь вот, напротив Треста Магнитострой, сегодня открывается новая точка. Новый, точнее, пункт по обслуживанию вашей копировальной техники. И скажем честно, я сейчас не только телевидением занимаюсь, я еще и фотографии делаю. Ну, для друзей, разумеется. Сами подумайте, сколько бы я денег потратил, печатая любимые мои фотографии формата А4. Но, дружа с фирмой SLM, я экономлю просто бешеные деньги, потому что, ну, поставил кое-что, чернилами затариваю здесь же, ну и бумагой, разумеется. Да, и, собственно, опыта общения с компанией SLM. Любая работа, которую я здесь заказываю, будь то подбор индивидуального компьютера, мне такие нужны, будь то копировальная техника, тоже приходится, знаете ли, не со струйной техникой дело иметь, а все-таки лазерный принтер в работу включать. Ну да, ушло то время, когда только черным налом все оплачивалось. Так вот, здесь же обслуживаюсь, ремонтируюсь, если что надо. Ну и дружу, разумеется, с SLM. Тут важно понимать еще и то, что будь это Альма-Матер, улица Куйбышева, будь это Ворошилова, будь это перекресток Советской Гагарина, везде, где есть фирменный символ SLM, поддерживается фирменное качество и гарантируется надежность. И теперь несколько грамотных советов. Если ваша техника только начала капризничать,
проще потерять несколько часов, ну максимум день на профилактику, чем потом ждать запчасти. При покупке копировально-множительных агрегатов достаточно для начала зайти в SLM и проконсультироваться, абсолютно бесплатно, что грамотнее купить. И в принципе можно никуда далее и не ходить. Должное оборудование и скомплектуют, и привезут. И это будет настоящая гарантия. Но свободу выбора здесь не монополизируют, просто покупайте с умом. Ну что ж, свое 18-летие на рынке вы решили отметить монополизированием услуг по качественному обслуживанию оргтехники, так что ли? Ну не совсем так. Я бы сказал маленько иначе. Мы бы решили расширить свою географию, так скажем, подойти ближе к чаяниям и надеждам клиентов и оказывать им наши качественные, многолетние проверенные услуги более доступно. Бренд SLM мы решили донести для жителей Ленинского района на Куйбышева 22, на Ворошилова 18 и здесь, на границе Ленинского и Правобережного района. Да, эта стратегия давно была намечена руководством нашей фирмы. Мы планировали разместить свои, так скажем, филиалы по всему городу. Это удобно, во-первых, для клиентов и очень как бы значимо играет и свою роль в развитии фирмы самой. То есть 18 лет назад, в принципе, такого вот транспортного потока не было. Можно было спокойно из разных точек города приехать, ну, в Альма-Матер, то есть на Куйбышева 22. Сейчас ехать далеко не надо и не надо в очередях стоять и вообще. Видите, в чем дело. Раньше такие специализированные центры были вообще единицами. Сейчас сплошь и рядом, как грибы, как говорится, после дождя, появляются фирмы-однодневки, которые мыслят себя полиглотами в этой сфере и, тем не менее, не проживают буквально нескольких месяцев, ну, порой год. Мы же пошли другим путем. Мы создали серьезную фирму, создали имя этой фирмы многолетним своим трудом, качественным обслуживанием клиентов и прочее, прочее, прочее. Теперь фирма пошла вширь. То есть мы будем ближе к клиентам, мы будем рядом с ними, мы будем оказывать услуги непосредственно вблизи их существования, так скажем. И, конечно, самое интересное, в то время, когда все буквально сокращают расходы, сколько можно выиграть с вами? Потому что если брать, допустим, оригинальный расходный материал, то любой офис можно без штанов оставить, не говоря уже о фотолаборатории. Вы знаете, мы специализируемся по поставке расходников всех производителей, в том числе и оригинальных. То есть здесь запросы только от клиента. Если ему нужна оригинальная вещь, мы ее в лучшем виде предоставим в кратчайшие сроки. Но в связи с тем, что рынок маленько ужался, люди стали считать деньги очень скрупулезно, мы идем навстречу и, так скажем, продвигаем определенные бренды, которые себя зарекомендовали также много лет по качеству, ну и самое главное по цене. Называйте как хотите, копируйте работу фирмы SLM, пытайтесь, придумывайте, может получится. Вот. Но конкурентов SLM не боится, потому что, ну вот вы согласитесь, знаете ли конструкцию лазерного принтера образца 2001 года? Или струйник последний, как устроен? Или факс, либо ксерокс? То есть, ну, вы посмотрели, да, казалось бы, все просто. Ну что там, меняй расходники, а нет. Здесь ребята такие работают, которые в тонкостях разбираются. Если даже запчастей нет, обязательно что-нибудь придумают. Хотя запчасти в SLM есть. Теперь вам стоит просто наладить дружеские, тесные партнерские отношения. И все, работайте, печатайте, снимайте, фотографируйте. То есть наслаждайтесь жизнью и ведите свой бизнес в то самое время, когда все призывают экономить и сокращают свои расходы.